Всех приветствую на моем канале Юля Дурмаз. Сегодня 6 июня, у нас плюс 38 градусов. Полноценное лето. Welcome! Ну а мы с вами переходим к новостям. Законопроект, который позволяет повышать арендную плату годовую всего лишь на 25%, стал камнем преткновения между собственниками и арендаторами на протяжении нескольких лет. Арендаторов, естественно, можно понять, они отталкиваются от буквы закона, но и собственников можно понять, потому что инфляция колоссальная. Например, в мае этого года инфляция 75,5%. В годовом выражении произошла, поэтому эти 25% для собственников – это капля в море. Многие вообще просто закрыли свои квартиры и не сдавали, потому что это невыгодно. А, например, у граждан Турции вот это вот спорные эти вопросы по 25% даже доходили до стрельбы, до поножовщины. Это показывали на турецких каналах. Ну, у иностранцев это более лояльно происходило. Ну, в общем, страшно было на это смотреть, неприятно и печально. Так вот, лимит на повышение арендной платы на 25% заканчивается в июле. Мы не собираемся его продлевать, заявил министр финансов Шимшек. Так что, арендаторы, готовьтесь. Сейчас этот закон, этот рынок идет в свободное плавание. А собственник на свое усмотрение может вам повысить арендную плату и на 50%, ну на 100 вряд ли, ну на 50, на 75 свободно. Вторая новость, которая вызвала огромный резонанс в Турции. И колоссально по своей жестокости это законопроект, который позволяет убивать бездомных собак. Эвтаназия. То есть их отлавливают, отвозят в Баранак. Баранак – это приют для бездомных животных. И если в течение месяца собаку не забирают, то ее просто убивают. Во многих городах Турции произошли митинги. В Алании тоже митинги были против этого законопроекта, потому что это страшно, это негуманно и это, ну, бесчеловечно. И вот наш новый мэр Алании тоже выступил против этого законопроекта и призвал его просто отменить или не вносить даже, потому что это на рассмотрение Великого национального собрания. Посмотрим, что с этим законопроектом будет. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, по двух вот этих новостях, по первой и по второй. И смотрите, если вы хотите мне задать какой-то личный вопрос, который вас волнует, то не пишите его в комментариях, потому что комментариев очень много, я его просто могу не увидеть. Пишите мне лучше в личку. Вот мой номер телефона. Он, в принципе, есть и под каждым видео, под описанием, все мои координаты. На этом номере телефона у меня WhatsApp, Viber и Telegram. Пожалуйста, с личными вопросами обращайтесь лучше лично вот в мою собственную личку. Ну и такие неплохие прогнозы сейчас в Алании по виду на жительство. В 70% миграционная служба начала одобрять без разницы всем гражданам, иностранцам, вид на жительство, но одобряют на 6 месяцев. Не на год, а на 6 месяцев. Потом с дальнейшим продлением. То есть как бы уже маленькие такие детские, но шажочки уже начались в прогрессе.
в эту сторону. Ну, районы как закрыты, так и их не собираются открывать на данном этапе в ближайшее время. Ну, а там посмотрим. Вот такие новости на сегодня, вот такое видео. Берегите себя и своих близких. Мирного неба над головой. Всем пока, до новых встреч!